Вау! Кубик Рубика. Это что, босс что ли такой? У нас первый это в этой босс. Игре. Ну что, побежали на выход. Все, пока, пиши письма. А нифигашечки. Конечно, мы немножко с вами. Да ты сейчас я руки с попы достану. И все получится, друзья. Имейте терпение. Пожалуйста, не выключайте это видео. Все будет хорошо. Как туда запрыгнуть? Вот это поворот. Вот это поворот. Ну ладно, что, постоим. Анекдот расскажи какой-нибудь. Итак, жила бабушка, которая... Ой, все, ладно. Все, спасибо. Все, продолжай. Главное, сейчас об Коля башку не ударится. Ай! Сейчас выберемся и пройдем 13 левел. Есть! Надо сделать как улитка. Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Новый One Level 3. Всем привет, привет, друзья, Олежка Плей. Ребята, давайте посмотрим One Level. Так, третья, ребята, третья часть. Наш мальчик вырвался на свободу. После второй части вырвался на свободу, но что-то видит. Каких-то два синих чебурека. Его утащили. Синих чебурек. И начинаются наши приключения. Так, погнали. Новый интерьер. Интерьер. Запрыгиваем. Что происходит? Так, нам нужно здесь с вами, ребята, выбраться через дверь. Для того, чтобы выбраться через дверь, нам нужно с вами взять ключ. Ключ, а вон ключ. Ой, сдох. Блин, ё-моё. Тяжело вспоминать. Так давно, друзья, играли в эту игру. Так, не волнуйтесь, все будет хорошо. Не боись, квакуха, найдем болото. Так, сейчас запрыгнем, друзья, и возьмем с вами ключ. Мы сегодня с вами попытаемся пройти все уровни. Что у нас получится? Говорят, в этой игре появилось много новых уровней. Они тут все новые и много боссов. Боссов раньше я не помню, честно говоря. Все, мы взяли ключик. Выбираемся отсюда. Так, первый уровень пройден. Не опаздывай. Куда не опаздывать? А куда не опаздывать? Мы что, куда-то спешим? Лера, ты спешишь? Нет. Ты куда-нибудь опаздываешь? Нет, я на мы никуда не опаздываем. А, короче, не опаздывать на вот эту вот ерунду, которая поехала. Так, друзья, взяли ключик. Опа, и погнали. Вроде не опоздали. Никто не жаловался, никто на нас это не составлял выговор. Так. Слайд-шоу. Лера, мы покадрово бежим, как прибацнуто. Сбежали. Лови! Лови! Ловлю! Лети! Ребята, поймали! Так, здесь, ребята, почему-то локация постоянно одна и та же, только за исключением тренируют память. Аж с точечкой. О! Так, точечка померли. Нельзя. Так, точечку нельзя. Аж можно. Аж можно. Точечку нельзя. О, нельзя. А ну, побежали туда, попробуем вот эту взять. Аж. Так, аж. Ага, и теперь нам нужно найти, ага, о. И у нас вот там было О. Точняк. Мы здесь должны в правильном порядке выбирать эти карточки. Так. Водичка, волны. И, видимо, вот та последняя. Сейчас главное не сделать кря. Кря. Оп. Оп. Запрыгиваем. Не допрыгиваем. Так, друзья, и на последней карточке должно быть море. Должен появиться ключ. А ну давайте посмотрим. Есть. А, просто дверь открылась. Не нужен ключ. Не нужен ключ. Так, ребята, погнали смотреть дальше. Что у нас будет? Какой следующий уровень? Скользкий пол. Ну тут понятно, скорее всего, будем скользить. Ай-яй-яй-яй! Лера, есть коньки? Ничего нет! Нет! Нету, ничего, ладно, сейчас прорвем. Ой-ой-ой! Скользю, там Коля. Друзья, нам на Коля попадать нельзя ни в коем случае. Скользю? Скользю. Ты скользю? Оп! Недолет. Ничего страшного. А, лед! Тут же лед! Ох ты! Так, ребята. На ключе лед! На ключе лед. Сейчас нам нужно впечатать в эти в колья. Так и было. Ё-моё! Блин, так долго, блин, проходили. Так, запрыгиваем. Берем с вами, включаем рубильничек. Ляп! Опля! Так, ну что, ключ. Тут надо быть осторожным. Тут прыжок регулировать нельзя по высоте. Поэтому, если мы прыгнем не в нужный момент, то мы просто с вами ударимся головой о колье. Не так быстро. Кого не так быстро? Что не так быстро? Непонятно. Ребята, здесь нам уровни пишут загадками. Но эти загадки нам предстоит с вами все разгадать. Не так быстро! Вау! Куда несешься? Сейчас нас как впечатает. Не впечатает. Блин, аж притошнило чуть-чуть. Такой быстрый лифт. Друзья,
Так, поехали, 8 левел. Угадай. Ого, сколько их? 1, 2, 3, 4, 5. 7? Сколько? Нет. Так, не зеленая. Может, будем по порядку синяя? Идти. Может быть, синяя? А ну. Да! Я! Сразу, друзья! Везуха! Сразу угадали синюю. Класс! Так, как это работает? Что работает? Как работают эти рычаги? Как это работает? Померли, померли. Но мы его сдвинули. А ну, этот сдвинули, но померли. Так, опять. Ну, не сдвинули обратно. Померли. Опять померли. Короче, вот первый, второй, третий трогать нельзя. А какой можно? Вот этот? Нет, нам, походу, что нельзя. Ли, надо все включить? Может, верхний? Так смотри, от того, что мы умираем об них, ничего не меняется. Вот! Вот этот нужно было нам дернуть. Ой. Ай, блин. Класс. Как это работает. Там мы уже поняли, как это работает. Блин, а! Не получается. Так. Вот рычаги, он нужно с вами взять. Везде рычаги одни. Сдвинуть. И не попасться ни на какой другой. Есть! Главное, сейчас об Коля башкой не ударится. Ай! Только сказал! Так, друзья. Это капец. Конечно, мы немножко с вами. Да ты издеваешься! Сейчас я руки с попы достану. И все получится, друзья. Имейте терпение. Пожалуйста, не выключайте это видео. Все будет хорошо. Да, погнали. Тут надо было не писать. Как это работает? Вот это поворот. Где поворот? Кого поворот? Или это приворот? Или это заворот? Так, ё-моё, где же поворот? Где же поворот? Вот он поворот. Земля уходит из-под ног. А как я на него запрыгну теперь, если я его раскрутил? И там колья везде. Друзья, жестяк. Как туда запрыгнуть? Вот это поворот. Вот это поворот, друзья. Ну ладно, что, постоим. Анекдот расскажи какой-нибудь. Итак, жила бабушка, которая... Ой, все, ладно. Все, спасибо. Все, продолжай. Жила-была бабушка, которая не могла натыкнуться на колья, потому что у нее рука в попе застряла. Друзья, да. Вопрос интересный, почему бабушка? Лера, надеюсь, есть еще какой-нибудь анекдот, потому что мы провалили наш поворот. Блин. Проехали поворот, друзья. Надо вернуться назад. Так, включаем. Блин, как же тут так прыгнуть? Опля. А, есть! Надо было балансировать. Балансировать. Все, друзья, мы прошли этот поворот. Так, погнали. Анекдоты же не надо. Не перепутай. Не перепутай. Мне кажется, желтый, что ли? Ну, пойдем, посмотрим. Пошли. Так, желтый. Ай, блин, я его кольем вплотную присандалил. Так, блин, ладно, пойдем зеленый тогда. Ай, упал. Так, пойдем зеленый. Красный, красный, видишь, красный. Да? Это красный. Ну, хорошо, пошли еще красный возьмем. Так, оп. Красный говоришь, ладно. Красный, кис-кис-кис. Иди сюда. Ой-ой-ой-ой, ой. Не впечатал? А, нет, все, двигается. Ай-яй-яй, надо его вниз ни в коем случае не скинуть, потому что я его туда не подыму. Давай, поехали, оп. Так. Оу, все подошли. Ты зеленый! И желтый. И желтый теперь, а зеленого уже нету. А как желтый достать? Ё-моё, как желтый достать? Не перепутай. Короче, друзья, кря. Опять кря? Так. Опять кря. Короче, видимо, нужно делать, как сказала Лера. Начинаем с вами с красного ключа. Причем, не перепутай, это, видимо, имеется в виду, чтобы сделать это все в правильном порядке. Начинаем с красненького. И посмотрим, как поменяется наша дверь. Оп. Так. Ключ. Давай. Как мы назовем нашего чудика? Не знаю. Зеленый. Не знаю. Так, давайте с вами зеленый. Давайте назовем его Вася. Вася, давай. Вася, Вася, давай. Желтый, мы все правильно делаем. Сейчас главное не помереть. Есть. Все, ребята, столкнули. Есть. Все, прошли 11 левел. Вау, кубик Рубика. Это еще кто? Белый, красный, красный, белый, белый. Красный, красный, побежали на красный. Я здесь белого не вижу, видимо, красный. Так, стоим. Что будет, напрыгнуть? Коля, появились на всех остальных цветах, кроме нашего. Мы живем. Живем пока. Так, на зеленый побежали. Зеленый. Ну. Опять колья. Да! Да! Выжили. Так, какой теперь у нас будет? Синий. Синий. Блин, он самый далекий. Ай-яй-яй. А,
Мигание ускоряется! Чудик, подожди! Все, стали, друзья. Добежали. Да, Коля исчезли. Какой следующий? Оранжевый! Ай-яй-яй-яй-яй! Ой, на него главное не попасть! А то он этот, какой-то этот... Странный. Да. Так, ну все, есть. Так, и видимо последний будет желтый, да? Желтого не было. Да! Желтый! Побежали, ребята! Это что, босс что ли такой? У нас первый это в этой босс. Игре. Так, босс-насос. Ну что, все! Да, так, следующий. Во! Он улетел, друзья! Мы ура! Прошли первого боссю! Есть! Так, что там? Accept, хорошо. Как улитка. Кто? Мы как улитка? Ага, да, друзья! Мы как улитка. Милая улитка, которая... Ой, бежим! А, ты я работай! Забыл, нам еще ключ, ребята! Вон наш тот ключ, друзья! Блин. И вон наш тот рубильничек! О-о-о! Я еще и упал! Эра, продолжай анекдот про бабушку нашу Васю, которая бегала как улитка за ключами. Хорошо! Друзья, хорошо, что продолжим. Ключ... Хорошо, что ключ один. Иначе, если бы их было много, мы бы с вами бегали, наверное, до этого. До китайской Пасхи. До китайской Пасхи или до мадагаскарского Нового года. Ребята, знаете, почему до китайской Пасхи? Почему? Потому что китайской Пасхи не бывает. А вдруг бывает? А мы не знаем. Так, взяли ключ. Ребята, пока наступала китайская Пасха, мы с вами постепенно прокрались к двери. И мы сейчас выберемся и пройдем 13 левел. Есть! Надо сделать как улитка. Есть! Ра! Градиент. Так, видимо, в правильном порядке нужно. Голубая, зеленая, желтая. Так, начнем с голубой. Потому что голубая у нас на двери первая. Голубой ключик нужно взять первый. Прых, бау. Ну что, бывает. Никто не видел, никто не заметил. Поддержите лайком это видео и напишите в комментариях, какой уровень вам понравился больше. И подписывайтесь на наш канал, смотрите новое видео на Валеришке Макс, на Валеришке Геймс. Тихо, и на Валеришке Сим. Ой, блин, не допрыгнул. Все ссылочки в описании. Оп! Блин, стой. Да ё-моё, ну что ж ты такая голова короткая. Так, все, голубой есть. Следующий, по идее, зеленый. Оп. Ляп. Следующий. Желтый. Желтый, да. Желтый. Так. Блин, там Коля со всех сторон у этого желтого. Взяли. Отлично, друзья. Так, следующий розовый. У нас розовый. Ай. Да зачем ты спрыгнул? Да я, блин, это, подумать надо. Подумать надо о своей жизни. Ой, все-таки розовый, да? Ладно, побежали на розовый. Подумали и побежали. Друзья, мне просто кнопочка не нажималась, поэтому... Так, побежали. Розовый. Следующий у нас с вами фиолетовый. Красный плюс синий фиолетовый. Нет, вон фиолетовый. А вот эти два куда, друзья? А куда вот эти два? Синий, ладно. Ну и красный получается. Появился... Радужный! Радужный ключ! Сейчас я его как вниз скину, будем заново все ключи собирать, друзья. Так, открыли, это есть. Смешно. 14 уровень, 15 по местам. А, ну тут все понятно, по местам. А с какого начинать? Непонятно, не написано с какого начинать. Давай поэтому... любого. Давай с любого. Например, зеленого сначала. По дороге на красный закинем зеленый. Жик. Оп. Главное не столкнуть их между собой, потому что мы их перекинуть друг через друга не можем. Поэтому зеленый и синий нужно ставить в правильном порядке. Все, так, сначала красный. Зеленый, потом красный. И в конце поставим с вами синенький. А-а-а! Тихо, ящик поломаешь там. Вася наш. Ты на него так кричу, как будто бы это не я играю. Так, побежали синий. Ну, Вася наш, конечно, меня напугал очень сильно. Друзья, жесть, конечно, что творится. Есть! Открылась дверь. Так, 15-й левел пройден. О, пузырь. Следующий босс. А непонятно, а что, где задание? А что сделать? Может его лопнуть? Мышкой. А ну, мышкой. Есть! Сработало, друзья! Какой легкий уровень. Какой легкий уровень. Только до ключа надо дойти и не помереть нигде. Так, допрыгиваем. А в чем сложность? Сложность была догадаться, как лопнуть шарик. Не все, как бы, ну, наверное, бы догадались, что его нужно хлопнуть мышкой. Но мы-то догадались, мы же с вами, как бы, не это, не вчерашние. Так, странные весы. Ты видишь какие-нибудь весы? Нет. Я не вижу. Может, вот это весы? Оп. Не работает ничего. Так, побежали. Но нам все равно по этому пути. О, вот весы.
А, мы с одного спрыгиваем, апля, а другой опускается. Ребята, вот такие вот весы. Кто был на базаре, ставь лайк. Кто не был, ставь тоже. Так, здоровенный. Ё-моё. Давай, братуха, давай. А прыгай, чё? Прыгай по нему. А, он чуть уменьшается, что ли? Прыгай. Да, прыгай, друзья. Прыгай. Он немножко уменьшается. Да у меня уже ноги болят прыгать. Когда же он уже уменьшится? Когда я его смогу столкнуть, да, с места? Друзья? Ой. Как его сдвинуть? Да может, уже таким его можно сдвинуть. Прыгали мы, прыгаем. Давай попробуем. Давай, не двигается. А ну, давай, может, сейчас. Давай, Василий, Василий, давай. Прыгай. Да сколько можно уже прыгать? Ну что? Такое, может, мышкой? Не, ничего, не фуциклирует. Оп, ну. Есть! Есть! Дотащили. Ура, друзья. Так, 18-й пройдет. Так. 19-й, помощник. О, Вася, лянь, внизу бегает маленький Вася. Ну, давай, братуха. А интересно, что он помощник? А что наш тот стоит? Так, опустили нашего Вася. Ну что, побежали на выход. Все, пока, пиши письма. А нифигашечки, не так все просто. Нам, видимо, нужно нашего основного Василия, а не вспомогательного, дотащить до выхода. Так что, Вася, пойдешь сейчас с нами и не сопротивляйся. Будешь себя плохо вести, мы тебя на колья закинем, понял? Мы тут сейчас тобой управляем. Давай, поехали, Вася, что ты там стоишь? Ну помоги, хоть ножками перебирай, ну что ты такой ленивый? А, блин, заставляет нас такого маленького тащить такого толстого. Так... Не прочитаешь, все равно. Жестяк. Если вам понравилась эта игра, поддержи лайком это видео. Если это видео наберет 5000 лайков, мы продолжим играть в следующую серию. Обязательно One Level 3. Друзья, подписывайтесь на наши каналы, на которые вы еще не подписаны. Все ссылочки в описании, друзья. Мы вас их очень любим и стараемся для вас. Потому что вы у нас кто? Самые лучшие. Всем пока-пока.